Да, мы в прошлом сезоне играли против Ростова в Ростове. Было приятно видеть армянских болельщиков там с армянскими флагами. И надеюсь, что завтра тоже будут армяне на стадионе и будут меня поддерживать. И я постараюсь сделать все возможное, чтобы играть хорошо и, может, забить гол. Ну, то, что они выиграли у ЦСКА, у Бенфики, это означает, что они были достойны, они хорошо играли. Я слежу за российским футболом, знаю, и могу сказать, что ЦСКА в этом году играет чуть по-другому, чем прошлогодние годы. Хочу сказать, что у них очень опытные игроки, очень хорошие, и как команда они в этом году реально намного сильнее, чем, может быть, в предыдущих годах. Но игры в Лиге Чемпионов – это совсем другое, и я думаю, что они будут играть по-другому в Лиге Чемпионов, чем в чемпионате. Конечно, была большая честь забить в финале Лиги Европы и особенно выиграть этот титул, потому что мы весь сезон играли для того, чтобы иметь место в Лиге Чемпионов. В этом году стали играть в Лиге Чемпионов, это другой турнир, но мы будем делать все, чтобы пройти как можно дольше, потому что для нас это очень большая цель, и все знают, что Манчестер Юнайтед играет во всех турнирах для того, чтобы выиграть и победить титулы.